посмотреть на парки и скверы, они больше как-то для какого-то одно... Лишь А, лиц. они, нет, имеется в виду, что они больше для как-то для одного вида посетителей, да, то есть есть лавочки, это для мамы и бабушек, чтобы посидеть, и все. Мы хотим немного разнообразить, то есть, условно говоря, молодежи хочется прийти в парк, например, там позаниматься, то есть вот мы будем в парках устанавливать, скажем так, тренажеры для стрит-воркаут, то есть чтобы... Скульптуры. Да, это же простые турники, Даже хорошая идея. брусья, какая-то шведская стенка. То есть, вот, например, там, где я живу, мне необходимо пройтись, я не знаю, 15 минут, чтобы найти простой турник. Хотя, и когда я рос, я помню, что в каждом дворе у нас был Ну да. обязательно турник, на котором это... та минимальная физическая подготовка, которая должна быть. Если мы уже создаем парк, в котором много зелени, более априори более здоровый воздух, то пусть туда приходят люди и занимаются именно там, но при этом это будет немного в стороне, чтобы не мешать там тем же мамам, которые ходят с детьми или тем же Такі взрослым. тематичні такі будуть Да, кутки то свої. есть потом мы хотим сделать, например, попробуем, почему? Потому что это немного сложнее. Это сделать специально для дорожки, для скейтеров, для роллеров. То Тоже есть треба. это, когда мы выкладываем, например, дорожки ФЭМом, мы часто как раз слышим, что это на них не очень удобно кататься на роликах и на скейтах. Дуже Этому потрібно, с бо тому одной що вони пересікалися, я знаю, там у нас у парку партизанської слави, десь гуляєш ти з дитиною, дитина спить в колясці, а вони там А ті не они грюкають. грюкають, да. І потім ну, то до сварки доходить. Їх треба б да, розділити, щоб Да, воно було. это будет разделено, потому что мы уже об этом как раз говорили. Потому что если, скажем так, стандартная дорожка это 2,5, там 3 метра, то, например, разъехаться, если там будет ехать скейтер или роллер, и плюс мама с коляской, и плюс пожилые люди, то это, конечно, не очень удобно. Поэтому у нас будут дорожки как раз для тех, кто хочет покататься, позаниматься спортом, и тех, кто хотят просто прогуляться. Плюс, например, мы в парке как раз вот этом Оболонь, так как там очень хорошо есть хорошая подготовленная бетонная площадка, мы на ней попытаемся, возможно, за счет меценатов сделать скейт-парк. То есть сделать хотя бы несколько рамп, несколько каких-то там приспособлений для скейтеров, на которых они бы могли заниматься. В любом случае они это делают, просто если так они это делают на тротуарах, еще и, скажем так, с угрозой того, чтобы там попасть на, скажем, проезжую часть или мешают тем же прохожим, почему это не сделать в парке, и пусть они знают, что они туда могут прийти и там Ну да. позаниматься. Плюс в самом парке, именно на Оболоне, эта площадка очень удалена от жилых домов, то есть этого не будет никому слышно, когда они там прыгают и так далее. Вот.